Всем привет! Привет-привет! Приветствуем вас на нашем канале. Сегодня у нас распаковка непотерянных посылок. К сожалению, палетку мы купить не успели. Мы очень сильно задержались с видео, так как у нас возникли непредвиденные обстоятельства. Но все-таки распаковка будет. Да. Распаковки быть, и у нас посылочки сегодня за 40 евро. Вернее, у нас это одна посылка, мы покупали как одну. Пришли нам такие две красивые коробочки, очень аккуратненькие, даже, я бы сказала, миленькие. Да. Девочки, с какой начинаем? Модель. Начинаем да. С этой. О, девчонки, тяжеленькая, Нелечка, ну, да. Немножко в сторону. Так, сказал чудак. Давайте, Нелли, оттяните. Все видно, да, такая коробочка. Ну, уже бери там на камеру, наверное, видно все было. Так, что это у нас? Это у нас лампы для сада-огорода. Это солярные лампы. Так, 10 штук. Да. Такая вещь нам точно пригодится. Да. У нас, кстати, с последней палеты, которые были солярные лампы, работает только одна. Да. Остальные не работают. Ну что, сейчас посмотрим цену. Да. Нашли мы такие солярные лампы на сайте Конрад. И цена 13,99. Так, ну что ж, цена 13,99 мы нашли. Фонарики новые, так и оставляем. 13,99. 14. 14 евро, да, сапуль. О, да, красота. Ну... Посмотрим одну. Давайте. Я надеюсь, они рабочие. Ой, да, это я тоже теперь. Мне кажется, они не забыли. Это штырек, это ничего страшного. Так. Ну так, по цене они и есть. Включать нигде нет. Наверное, только если закрывать, да? Так. Сапуль, ложи одну туда. Подождем. Может засветится сейчас. Кто тянет, девочки? Соня, вот я пойду положу. Мария у нас за оператора, мы забыли сказать. Со мной распаковывает София и Нелли. Мария за оператора. Давай, Сапуль, тяни, пока Нелли пристраивает лампу. Вот это коробочка, я чувствую. Так, коробочка. О, коробочка. Заклеена, Соня? Да, давай я распакую. Коробочка страшненькая, грязненькая. Мне кажется, это что-то прикольное. Да. Мы да. Надеемся, что там что-то прикольненькое. После прошлой, помните, наш самый первый раз, там было что-то китаянское, я не знаю, японское. А, да, в тоже такой старой коробке да. Были палочки, да? Угу. Китайская посуда. Да, прибор. Это чашки. Да. Какой-то посуда. Посуда такой сет. Ребята, это такой набор. Смотрите, это бокалы для пива, это для шнапса. И это пепельница. Это чисто такой мужской набор на двоих. Ну, давайте посмотрим, разбитый, не разбитый. С другом, например, так. Или, так. Или давайте сфотографируем и будем доставать. Да. Да. Уважаемые друзья, к сожалению, да. Такой набор найти мы не можем. Это видно, что это сувенирный набор. Только есть бокалы по отдельности. Здесь на пепельнице такая ведьмочка на метле. Это, видать, кто-то купил, кто отдыхал в Гарц, в земле Гарц. Написано «Grüß aus dem Harz». Вот такая красота. Есть бокальчики, Bad Sascha. Торнхаус, в общем-то, все целое. Угу. Я предлагаю дать 10 евро. Хотела тоже сказать. Да. Хорошо, даем. И, возможно, кому-то подарим. Да. Бокалов у нас дома хватает. Да, а сет тем более. А такой подарочный наборчик кому-нибудь, возможно, кого-то порадует. Да, и тяну я.
Да, раз Мария у нас оператором, да. В скором времени поменяетесь. Да. Давай, Нелюсь. Ой, не знаю, не думаю. Пока что у меня потерянные посылочки, не потерянные, ой, радуют. Да, кстати, кто не в курсе, не потерянные посылки, это посылки с остаточным товаром, с возвратами. Все, что остается на базах, то все эти остатки... Клей? Покупаем мы и спасаем, мы кстати, мир от загрязнения, клей? Да, от выбросов. Мы, это разные, мама. Это клей? Да? Да. Нет, Маруся, это что-то для пуля, для бассейна. Да, тут. Я так думаю, что это какие-то очистители. Здесь альги, это от водорослей, а это... здесь флокфикс. Честно, не знаю от чего, но здесь показано, как нужно разбавлять и добавлять бассейн. Бассейн у нас есть, я думаю, это нам пригодится. Да, сейчас посмотрим цену. И если это хорошая вещь, то с удовольствием будем пользоваться. Нашли мы такую фирму в магазине Kaufland, Planet Pool. Они все продают полностью, у них продукция для очистки воды в бассейнах. Здесь у нас оказывается жидкий флокулянт для песчаных фильтров, которые очищают воду в бассейнах. А здесь у нас альгициды для борьбы с водорослями. И цена такой баночки 19,99. Она не точно такая же, как наша, но все они в районе по такой цене. Одна баночка примерно от 17 до 20 евро. Ну что ж, друзья, если одна штучка стоит 20 евро... 2,40, но обычно, если набор, это у нас набор, то это стоит дешевле. Да. Поэтому 30. Предлагаю дать 30 евро. Да. Согласны? Да. И двигаемся дальше. Да. Так. Пока что все вещи нужные. Да. Пригодятся, даже набор джентльменский неплохой. Угу. Пусть не нам, но кому-то пригодится. София, да. Вы будете тянуть? А, угу. Или вы заняты рисунками? Не записываю. Я уже, так, правда, видела, но... О май гад, что это? Тут что-то... Так, это флигангита, девочки. Открывай. А это защита, защита от мух и комаров на окна, на двери. Это цвайер. У нас есть такой на двери. Так, 130 на 150. На нас подойдет. Ну, не знаю, ну куда-нибудь можно какие-то окна. Если даже не от мух, то от... Куда-то в гартен пригодится, в сад, в огород. Да, две штуки такие. Две? Да. Угу. Отлично. Я предлагаю цену, да, не искать. Да. Даем 5 евро. 5 евро она по-любому, конечно, стоит. Да. Сейчас их очень много во всех магазинах, в акцию. Это не очень дорого. Тем более это без рамы. Поэтому 5 евро и вперед. Складывайте, да, Неля. Так. София, да, вы законспектировали? Нет. Конспект. Конспектируйте 5 евро. Тянуть. Давай, Нелюсь. Барабанная дробь. Жутаны или так, тут уже, смотри, неподъемная. Книжечки, я уже вижу. Английский, немецкий тут. Так, вот такие книги. Дуден. Открываем, подожди. Значит так, английский и немецкий есть. Неля, ну руки чуть-чуть уберите, пожалуйста. Я хотела так. Я аккуратно сейчас. Крепко. Давай, я так, закон. Пардон. Ну давай, можешь? Нель, может, я лучше? Все. Хорошо. Все. Так, книги это всегда хорошо, но мне такое, мама, ощущение, что это для... Мама, ну, мне кажется, это для студентов, нет? Написано, с какого класса? Математик 2. Геометрия. Алгебра, математика, алгебра. А у вас есть уже алгебра? Нет. А что такое? Будет в следующем году. Так, нет, понятно, это нам все пригодится. Ребята, нет. Капитель Айнс, первая глава, 5-6 класс. Есть. Так, второе тоже 5-6, 3-7-8 класс, 4-7-8. И дальше есть 9 класс, есть 10 класс. Девочки, работать. Смотрим цену. Да. Так, ну что, точно такие же учебники найти мы не можем. Да.
примерно точно такие же показывает мне в районе 20 евро, но вообще мы покупаем учебники где-то примерно, не учебники, а тетради, евро. В районе 10 евро, да. Некоторые даже есть за 7 евро. Ну, правда, совсем тоненькие, совсем маленькие, но я предлагаю так по-честному тоже дать 7. Да, пока. Так как мы не уверены. И, значит, согласны? Да, и, значит, 7 на 4. Записываем. Конспектируем. И книга «Мама» очень рада. Все, лето будешь чем заниматься, дети. И мы можем играть в школу, да, и в них учиться. Конечно, на лето самое то. Замечательно. Угу. Это подарок маме. Тянем. Тянем. Нинеля? Нет, нет, я только что. Что еще тяжелое? Ого! Это паровой утюг. Для волос, это потому что там была женщина. Соня, осторожно. На магните? А ну, Сонечка, стой. Покажу. Золотое, красивое. Он на магните или мне показалось? Я не знаю. Похоже, что новое. Да, он на магните, это магниты. Тяжелое очень. Это по очень похоже на плойку. Да, я сказала, очень тяжелое. А, паровой, ну да. Я думала, ты имеешь в виду такой. Мы последний раз пользовались паровым утюгом для вещей. Здесь еще какая-то бутылочка есть. Бутылочка? В рамах. Зачем? Непонятно. Так. А, это, наверное, да, паровой. Точно, Сонь. Сюда водичку нужно набирать. А, да. Окей. Смотрим цену, проверяем. Амазон. Точно такая же плоечка, утюжок, как наша. Вот у нас не хватает инструкции. Паровой утюжок. Здесь показана панель управления. Здесь показаны варианты для разного типа волос, на сколько градусов можно пользоваться. Можно достать расчесочку и контейнер для воды. Удобная очень в использовании. И цена 59,75. Уважаемые друзья, Марии мы уже вытянули одну прядь. Даже вполне себе ничего. Сейчас мы Нелюсе кусочек попробуем. Еще раз. Да, наверное, хватит, Нель. Написано, что он безвредный, так как работает под паром. Но не факт. Мы не уверены, будем пробовать, будем смотреть. Но отзывы о нем очень хорошие. И стоит такой утюжок у нас в районе 60 евро. На разных сайтах по-разному. Вот самый недорогой был на Amazon 60 евро. Но с уверенностью сказать, что он новый, мы не можем. Непонятно. Он чистый, но нет инструкции. В принципе, он не поцарапанный. Я думаю, 50 евро будем давать. Согласны? Да. Так, 50 евро ставим утюжку. И продолжаем. Теперь у нас Маруся на очередь. Да, да. Наконец-то! Это у нас расчесочка от утюжка. Давай, да. Мария. Мне как бы больше всего понравились книжки. Там еще остался один тайль. Какие-то крема, зубные пасты. Так, набор какой-то очень похож на новогодний. Доктор Ярд. Так. Звездочки. Будем смотреть, девочки. Да. Марусик, давай меняемся местами. Да. Заходи сзади. У меня нож где-то здесь. Мы после парикмахерской немножко поменяли позиции. Да. Так, теперь у нас София за оператора. Мария присоединилась к нам. Да. Так, и срок годности до 29.04.2024. То есть еще почти целый год можно пользоваться. Я думаю, мы успеем. Так. Какой-то мусс. Так, это серум. Это набор для лица, медицинский. А, ну, блин, это серум. Паста. Это мусс. Что-то еще. Так, это мусс. Это, видимо, крем. Для очищения кожи. Это серум. Я так подозреваю, что там, наверное, крем. Да, как говорится. Похоже на это. Нам нужно его тут снизу открыть.
Ну что, не там не обзор. Вот народ, смотри, тут, по-моему. А тут еще тоже же штуки вот эти имеют. Так, ну продавать мы его не будем, поэтому можно немножко надорвать. Так. Там какая-то ножичка внизу. Да? Ой, Маруся, лови. Так, здесь какая-то ложечка. Наверное, для... Это маска, наверное. Нет. Да, это маска, только это, по-моему, маска. Нет, ребячки, это крем. Это крем написано, что придает цвет кожи и убирает пятна. Где маска? Вот такая замечательная вещь. Ложечка прикольная. Ложечка, да, неплохая. Так, ну давайте посмотрим цену на эту красоту. Вот это крем. Магазин Look Fantastic. Точно такой же наборчик, как наш. Доктор Ярд. Цена 39,45. Экономим 7 евро. Уважаемые друзья, такие девочки были правы. Это маска. Так, здесь у нас серум и у нас крем. Это, да, очиститель кожи. Да. Один серум, один крем. В общем, набор стоит 40 евро, то есть сейчас со скидкой 39,45 он стоит. Да я считаю, что так и даем. 40 евро, и я с удовольствием попробую этот крем. Если мне не подойдет, передам кому-то родственникам. Всем пробовать по очереди. Может, возможно, кому-то зайдет. Да. Так, крему большой лайк. Нам понравилось. Да. Так, лайк. Девочки, и ложечки, а ложечки супер лайк. Да, о, ложечка у меня супер, осталась. Супер, супер, супер лайк. Супер лайк. Тянем, чья очередь? Моя. Моя потянула, потому что новогодний крем. Последняя, да. Это какая-то тоже новогодняя. Такой шрифт новогодний. Майн кукин бокс. Шеф пер пассион. Я так подозреваю, ребята, фартук, что это фартук. Я думала, наволочка какая-то, но так. Тоже похоже. Ты думала, что новогодний, потому что там стоит таким новогодним шрифтом. Ой, взрослый. Не порвай. Маме или можно папе шашлык жарить? Фартухе. Кармашек. О, да, кармашки в фартухе, это очень классно. Положи сюда ложку для меня. Так, уважаемые друзья, предлагаю фартук не искать. Фартук, да. Я думаю, что 10 евро он стоит, потому как он льняной. Да. И новый. И новый, и еще с карманами. Да, это очень. Поэтому фартуку даем 10 евро. Да. И открываем вторую коробку. Да, открываем вторую коробку. Уважаемые друзья, мы немножко прибрались. И наша солярная лампа работает. Показывайте, Мария. Нужно светится. Изнутри включить. Да, был включатель. Включить, выключить. Включить, выключить. Открываем вторую коробочку. София, что потеряла? Я опять же что-то найду. Так, чья очередь, девочки? Моя? Давай, Мария. Давай. Ой, я уже немножко увидела. Так, пошли подсматриваем, давай. Это для котенков и котенков. О, написано для котят. Нам как раз нужно. Мы рады. Собачки, собачки, и собачки, и котята. Нам как раз нужны лисочки. Да, нам уже самим жить негде. От наших котят. Ну, слишком много. 10 штук. Если это не разбитое целое, нам это нравится. Очень хорошо. Ну, чуть-чуть тут резинка сошла. Нужно просто одеть. Ну, такие маленькие мисочки. Такая милая. Кстати, я не люблю с резинками. Я все мою в посудомоечной машинке, а резинки очень быстро текут. Быстро портятся. Ну, Зафари. Не обязательно резинка эта нужна. Но внизу немножко можно использовать просто как... Но внизу внутри всегда немножко поцарапано. Еще там какой-то маленький бук. Нет, Марусечка, ничего нет. Все замечательно. Это не царапины, это так керамика просто. Имеет такое свойство. Мясинки. Отсвечивает. Мне это больше нравится. А, они разные? Да. Окей. Мне он больше нравится. Так, еще резиночка. Где она быстро? Так, ну что? Ну давайте посмотрим цену, окей. Онлайн-магазин Lidl. Точно такие же мисочки, как наши.
И стоят 6,99. Уважаемые друзья, как вы поняли, магазин Lidl и цена 6,99, 7 евро. Они у нас тоже новые, поэтому мы тоже даем 7 евро. И двигаемся дальше. Кто тянет? Я. Саня. Надо нащупать. Вот это. Косметичка. Ребята, очередная косметичка. Как всегда. Ну, неплохая. Смотрите, она увеличивается, да? Да. Так. Морская тема. Полосатики мы любим. Тельняшечки. Так, вот так. Внутри ткань, которая не промокает. Это хорошо. Так. Ну что, я предлагаю стандартно. Даем 5 евро. Да. И двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Мне нужно перелезть. Маруся у нас сегодня двигается. Давай, Мария. Чувствую попыт. Попыт? Я имею в виду, ну пленочка, да. Соня, не подглядываем. О, колеса. Ага, так, парк Зиды, это тоже Lidl. И это у нас набор наждачной бумаги или наждачных таких колец. Наждачных, ай. Вот, нескольких размеров, 5 талей. Ну, давайте быстро посмотрим цену. Я думаю, Lidl нам выдаст быстро. Я думаю, 15 евро это может стоить. Ну, к сожалению, я думала, мы найдем моментально, даже написано, что... Оно в наличии всегда есть онлайн. Ну, наверное, просто какой-то очень старый набор. Возможно, может, я не права. Может, просто сегодня Google не хочет дружить с нами. Поэтому предлагаю, даем 5 евро. За одну штуку 1 евро. Хотя, возможно, конечно, это и дороже стоит. Но, к сожалению, я не могу оценить эту вещь. Но 5 евро даем. У Google сегодня нет настроения на нас. Я это уже видела, и поэтому я Ого! Уважаемые друзья, открывай, Соня. Вот очередной органайзер. Который я очень люблю. Ребята, когда вам сказать, что я вижу сразу еще второй тут. Достаем. Этот мы сейчас сфотографируем, не будем распечатывать. Марусечка, ну держи. Пока не рви эту бумагу. Вот. Может, мы найдем такую же фирму. Ой, ничего страшного. Только я не понимаю немножко смысла, если оно тут внутри, значит, туда ничего нельзя положить сюда. Не, ну так это, наверное, отдельно ставится. Чтоб... Да, Соня, крышечки две. И два органайзера. Вот так. Мне кажется, это вообще вот так, смотрите. Да. Да, мама. И еще одну на одну, Соня. Спасибо. Мама профи. Голова. София. Спасибо, но это потери мои. Соня, у тебя... 4, вернее, еще. Ну, один маме дайте. И, да, один маме. Тебе один большой дам, один большой. Хорошо, окей, разберемся. Большой, давайте посмотрим цену. Давайте. Да. К сожалению, Google с нами сегодня не дружит. Но такие боксы, такие органайзеры в основном 15? В районе, да, 12-15 евро. Да. Поэтому предлагаю по 10 дать. За 2 плюс 20 евро. Ну, да. Согласны? Согласны. Все. Боксом лайк. Дети обрадовались. Что еще нужно? Ничего. Кто тянет, девчонки? Я. Давай, Мария. Пупырчатая пленка, нет настроения. Какие-то формы. Я это где-то видела. Покажите. Ну, открывайте. А, она заклеена. Я это где-то видела. Moritz & Moritz. Это для мороженого, мне кажется, заливать туда так, что-то и воду. Такой маленький мороженый? Да, это, ну да. Нет, девочки, уже написано, это ice würfel form, это все-таки формы для льда. Мы с нашим количеством форм для льда... Разоримся. Так, ну вот такие смешные. Да, мама, я знаю, мамочка, они такие... Нет, девочки, это для взрослых. Смотрите, это получается рюмочка. Такой, мамочка, шот, вот тут, вот сюда. Если заливаешь, это получается рюмочка. Вот сюда, мамочка. Вот такая. Но потом рюмка растает.
Ну да, я не знаю, это надо выпить вместе, съесть с рюмкой, нет, я знаю, что ли. Нужно это вы, вот тут взять рюмки, а вот тут нужно налить напиток, и это типа, потом вот этот лед, лед льда нужно положить типа в рюмку. А, ну может быть, да, Мария. А как оно все сохнуть будет? Так, а ваша... Если тут вода, тогда она же выльется. Ок, девочки, смотрим цену? Смотрим, или дадим сколько-то? Дадим 7 евро. Не, ну 5. Окей, 5 евро. Интересная вещь, фирма, не дешевая, Морец и Морец. Обычно мы даем формам для льда 1 евро, да, но это годится, пятерочку даем. А кто прошу сказал, вас, что именно для вот этих рюмочек нужно использовать? Мы не можем это только для рюмочек использовать. Мы можем это как такие смешные. Вы можете, можете, девочки, можете. Сок. Для сока. Вода, вода. Так, давайте, девчонки, блю. Тянем. Мой любимый блю-блю, Саня. Я. Ай. Не падаем. Блю-блю. Так, беру, вот, это, блю-блю. Так, там осталось сразу расскажу это секрет. Это там они, еще один такой. Два товара, да? Да. Но это я не заметила, нам две вещи. Нет, девочки, это не миксер, это уже видно, это чайник. Это чайник. Ого, какой он здоровый. Это чайник. Чай, индийский чай, грузинский чай. Так, грузинский чай. Чайник, ребята, красивый. О, да. Но чайник не новый или выставочный, как всегда. Ну, то ли в зале, ну вот здесь там, где для воды, то тут очень чистенько. Здесь красиво. Давайте посмотрим, работает он или нет. И цену. Да. Amazon. Точно такой же чайник, как наш. Показан здесь во всей красе. И цена за наш цвет 55,77. Сейчас 20% скидка. И стоил он 69,99. 70 евро. Ну что ж, чайнику лайк. Чайник рабочий, чайник горячий, чайник не протекает, как обычно происходит с чайниками возвратными, которые возвращают. Наверное, это все-таки была выставочная модель. Возможно. Чайник очень удобный, чайник симпатичный. Цена на Amazon сейчас 55 евро 77 центов. Стоил 70 евро. 30. Так как он не новый, 30 евро. Да. И чайнику лайк. Лайк. Двигаемся дальше. Чья очередь? Дальше я. Давай, Мария. Вот такая же форма, но только для... Не что такая же форма. А, мохито, мохито. Сразу видно мохито. Да, на мохито. Это типа... А, женщина. Здесь написано, здесь форма диаманта, ребята. Вау! Это типа такая же, только в диамант. Вау! Вау! Вау, это так круто! Тоже 5 евро даем? Вот сюда вода. Да, 5 евро. Тут нужна вода. И будет сюда наливаем диамант. Воду, да? Да. Класс. Такой какой-то диамант. Вот. Попыт. Девочки, еще одна вещь, последняя. Попытка. Легендарный момент, последняя вещь. Свечка, мне кажется. Но красивая, да, свечка, но красивая. Сонечка, давай посмотрю. Keep Life с Миле. Так, ребята, это свечка от магазина Кик. Внизу здесь стоит Кик. Но цены нет. Да. Вот, ароматизированная свеча. 2 евро? 3 ну, евро. 3, да. Я свечи не думаю, что 2. Евро. Ну, 3 евро можно дать. Да. Ну, отлично. Искать не пришлось. Думаю, это правильная цена. И свечки у нас всегда лайк. Свечи мы... спалим. Замечательная распаковочка. Ну что, мы считаемся? Да. Так, пока София у нас подсчитывает нашу выгоду, посмотрим, что нам сегодня попалось в наших волшебных коробочках. Так, это у нас очень красивый чайник. Здесь у нас два набора органайзера в коробочек, вот таких красивых. Они всегда пригодятся. Здесь у нас формы для льда. Одна в виде рюмочек и одна в виде диамантов, бриллиантиков. У нас свечка.
от магазина Кик. Так, у нас набор наждачной бумаги, можно так сказать, наверное. У нас косметичка. У нас мисочки для котят, для кошечек. Это нам всегда пригодится. У нас спасалочка для мамы на лето повторить школьную программу. Или это, возможно, даже учить. Мы толком пока не разобрались. Это упражнения или это учебники. Но все равно это нам пригодится. У нас такие очистители воды в бассейне. Просто класс. Шик. У нас вот такая плойка. Единственное, что с плойкой мы пока не поняли, или она удобна или нет. У меня плойка от фирмы Babyliss. Она очень хорошая, поэтому эту будем проверять. У нас набор ламп солярных. Которые работают. Которые работают, и они нам пригодятся. Да. Так, это у нас сеточка, да? Для окон. Защита от мух. Да. Так, это у нас от этой плойки коробочка. И здесь у нас наборчик. Ныляну, помогите. Здесь у нас джентльменский наборчик. Очень даже тоже симпатичный. Так, ну и крема. Крема вообще сказка. А особенно ложечка. Не забываем, что ложечки супер лайк. Окей. Распаковка отличная. Да. Забыли про фартук в обзоре. Да. Еще роскошный фартук льняной. Да. Очень, кстати, удобный. Фартуку тоже лайк. София, что у нас получилось? У нас получилось 267 евро минус 40 евро 227. Минус 40 евро за то, что мы заплатили. 227. Выгодно. Не тысячи, конечно, но товар классный. Согласны? Да. Да, класс. И нам все это нравится. Практически да, все. Да. Ну что ж, и большое спасибо всем за просмотры. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Нам будет очень приятно. Всем здоровья, удачи, мирного неба и всем пока-пока!